О, да. О, перед битвой с монахами нам бы зелье закупить. Это хорошая идея. Я куплю немного. А, приветствую, Авантюрист. А вообще, не трать золото, я их могу сам сделать. Ты можешь сделать алмазное зелье защиты? Только что выучил. Ну, если ты уверен, да. Ну да, рецепт вроде не сильно сложный. Итак, первый ингредиент — родниковая вода, так что... Родник? Вот он, будет идеально. Ты же не используешь его, верно? А почему это? Кажется, вода тут застоялась. Сойдет. Ну, не знаю, если в рецепте это имелось в виду под родниковой водой. Если бы разработчики не хотели, чтобы я мог ее использовать, почему же я могу сделать это? Вот так, ты только глянь. О, какая гадость. О, это нормально. Так, теперь немного фруктов. Вот. Закинем вот этого малыша, да? Окей, теперь нам нужно немного грязи. Легко, вот она. О, да, самые лучшие ингредиенты, да? Да, бросим их прямо сюда, а теперь лягушачий гной. О, привет, приятель, как поживаешь? Откуда ты знаешь, как это делать? Я ходил в школу по изучению амфибий. Этого я тебе не знала. Вот и все. Добавим вот сюда. Лягушачий гной. Ням-ням. Окей, и напоследок нам нужно дерьмо гоблина. Собственно, не видела в округе Медолесья гоблинов? Нет. Что ж, к счастью, я немного коллекционер. Вот оно. Вот же повезло. Добавим сюда. И вот и готово. Да, делай, что хочешь, но я это пить не буду. Что? Почему нет? Почему нет? Это самые отвратительные ингредиенты из всех, что я видела. О, Брит, да ладно. Да и выглядит как дерьмо, так что... Ой, вот и нет. Ты буквально туда дерьмо кинул. А теперь ты откровенно грубишь. Я грублю? Я... Вот там определенно серьезная зараза, передающаяся через воду, Адам. Ой, что ты знаешь о таких заразах? Ты орнитолог или вроде того? А денге, малярия, тиф, ботулизм, чесотка... Просто плещутся там и ждут носители размером с Адама. Окей, если ты думаешь, что это настолько плохо, я докажу тебе, что это не так. Я выпью это. Не пей это, Адам. Не пей это. Не пей это! Стой! Стой! Не делай это! Стой! Вкуснятина. Видишь? Все просто прекрасно. Со мной все в порядке. Малышка Брит. Адам, не пей это, не пей это, Адам. Что ж, Брит, ты знала, что гоблини какашки в Медолесье — это деликатес? Что, правда? Да, берешь просто обычная гоблинья какашка и просто... Вот и что. Я хотела чокнуться. А, прости, у меня была она во рту. Интересная текстура, не то, чего я ожидала. Привкус ореховый. Жуется хорошо.